Доброе утро. У нас сегодня четверг. У нас сегодня четверг. Мы сегодня съездили, уже отвезли всех детей. Тут мокро. Так умылась? Вот там. Ну, все, снимай и возьми другую футболочку. Чистую? Ну, конечно. Садишь на ней? Всем привет. А это куда? Это сушить поставь. Заехали мы в магазин, у нас масло сливочное закончилось. Взяли мы масло богатырское этот раз по 325. Взяла я маленький кусочек колбаски. Ну, конечно, можно. Вот. По-моему, расколбас, не знаю чей. Ну, продавец сказала хорошая. Хотела я взять дымов, колбасу не было. 3 молока, потому что у нас вчера молоко закончилось, и как обычно 2 хлеба и батон. Вчера мы хлеб не покупали, потому что что, доча? Вот. Да что, ты же одеться не можешь, что ли? Заколки отцепились. Заколки отцепились. Сейчас я тебе прицеплю заколки. Ну давай, давай, иди сюда, красота моя. Волосики дыма. Сейчас Калине в комнату хорошо заходить, она всегда прибирает. А Настя, ну, правда, все равно тут немножко беспорядок оставили. Кто-то что-то делал. Ну, это мама все приберет. Нет, это Дарина делала. Дарина делала. Ты дома сидишь с мамой, как Ляля маленькая, делаешься. Да. Это Дарина делала вообще. Ты даже разговаривать, как Ляля, начинаешь. Это Дарина вообще делала. Ну, Женечка попросилась гулять. А на улице холодно. Да? Она еще, можно я пойду в уличной кофте, куртке? Я буду... Что-то пахнет. Ты что делаешь? Алифа. Алифа. Алифа, я уже... Он играет в дождь. Да, Вася пытается... Значит, я уже... Пол. Мы уже, да, купили фанеру, это будет ворота гаража. В общем, не будет совсем у нас утеплённый гараж, но, по крайней мере, будет машина стоять под навесом. Да, пап? В общем, ворота сделает и пол прибьет вот здесь вот немножко. Это вот он обрабатывает, чтобы не гнило ничего. А я его попросила, я начала дома морковь перебирать. Хотела сегодня... эту капусту сделать маринованную. Мою любимую. Да, в банках. Стали доставать морковь. А папа ее выстрелил. Да, она плохая. В общем, мы оставили, знаете, такая некондиция. Мама, 3 мешка. А мы будем эту морковку делать зимой на следующей, да? Что-то папа взял, все, вывалил. И где она теперь? Я пойду искать. Я ему сказала, вынеси там, где у нас, где мы картошку перебирали. А он ее все вывалил. И что, он туда ее вывалил? Да тут перебирать почти нечего. Тогда достань мне из погреба. Алина придет, достанем. Там вдвоем надо. Да давай, я тебе помогу. Я хочу сделать эту мариновую капусту. Да теперь уже, наверное, в снегу что? Да. Ну, говорю, вот она у нас... Мам, он одну положил. Одну? Чистую. Я не могу. У нас морковки много. Ладно. Пойдем мы сейчас с тобой. Пойдем с погреба достанем. Потому что в подполе тепло. Короче, открывай погреб, я это там по-быстрому докажу чуть-чуть. Давай. Мам, что ты помоешь? На всех морковки хватит. Пойдем-ка мы с тобой шарфик оденем. У тебя шейка вон, смотри, открытая. Может, домой пойдешь? Да. Ну, иди домой, иди. Тебе помогать буду. Да, мне будешь помогать. Мы с тобой будем капусту мариновать. Да, мою любимую. Да. Обтряси. Замерзла? Да. Непривычно. Я снег не играю, почему-то у меня руки замерзли.
Да потому что холодно. Иди домой, иди. Сейчас мы... Ты тоже иди. Сейчас мы морковку достанем, и я приду. Какую? У нас в погребе много морковки. Я встречаю дочь мою ненаглядную. Привет, Датюшенька. Привет. А почему во второй школе сегодня, а сегодня было, а не завтра? Я попросила Дариночку. Скажу так, всем привет. Всем привет. Сходить за чесноком. Ой, я пока соберусь, эту капусту мариновать. Вот сейчас как мариновать, когда мне надо Алину собирать? Да, Алин? Сама соберусь. Сама? Я кушать буду. Ну понятно, я что не ты... Я сразу сейчас типа иду. А что? Да, телефон разряжен. Пока зарядится, хотя бы до 60. Время уже 4:30. Пока я с морковкой разбиралась. Я немножко тут успела морковь перебрать. Порезала их. Остальное Вася выкинул. А я потом... Сначала хотели залезть в погреб. Я сегодня зимнюю куртку одела. Ну, понятно. А потом я Вася говорю, зачем у нас вон целая коробка еще это. Коты спят на печке. Кисы, холодно вам, да? Так на улице дома же не холодно. 4 метра. Дома не холодно, а вы валяетесь на печке. Ох, Валя. Да ты идешь, нет, магазин за чесноком. Я иду. Борщ. Я сегодня ничего не готовила. Борщ и гренки. Пожарила гренки. Собирала сень шарить. Нет. Хлеб у нас просто много хлеба. Я еще купила 2 хлеба и батона. Посмотрела, у меня еще 1,5 булки хлеба. Я молока купила. Мы борщ с чесноком и с это... С гренками. Знаешь, как вкусно. Папа приходил на обед. Мы обедали так все. Даже Женька так поела. А мы лес прямо еще купили? Да. Я хотела сметану еще сегодня купить. Спросила, они говорят, сметаны нету. У нас, кстати, в субботу открывается этот мясной дворик вот тут вот, где Агидель было. И раньше было, да? Да, удобно будет. Можно будет раз бегать. Да? Тарька, одень, пожалуйста, кофту. Ты замерзнешь. На улице холодно. Ну? Это ты без колготки жил. Сейчас ноги замерзли, там ужашки. Угу. Че у тебя, как дела в школе? Хорошо. Хорошо? Молодец. Ладно, успокойтесь. Да, ой, тихонечко, ну, Женечка. Алина собирается на осенний бал. Да. Подкрасилась уже? Не успела я снять. Ну, Алина красит только брови, чуть-чуть совсем ресницы. Ну, и основная там косметика, которую мы купили, это просто вечером уход за... лицом. За лицом, да. Что, поменьше стало? Да? Ну, прыщиков. Что случилось? Поменьше? Ну. А, что? Что ты хочешь? У меня волосы как рос. А сколько было? Ну, пойдем. Ну. Когда уже ты будешь на дискотеку собираться, а? Да. А следующий год не в чем. Ну, я каждый год так говорю. Да. Да, в общем, Алина собирается на осенний бал во вторую школу. И у нас в субботу, да, успех все-таки проводит Хэллоуин. Алине идти не в чем. Давай ладушки еще. Ну там же костюм, наверное, надо будет, не? Или не принципиально? Давай. На улице холодно, тепло, давай. Одевайся. Я зимнюю куртку одела. Играй с Сашей, ладушки. Ну, Томочка, иди с ними играй, ладушки. Я пока ладушки вам разогрею, давай кушать. Иди. Ладушки, ладушки, где были? У бабушки. А можно мне худеть? Девчонки, похоже, соскучились друг по дружке. Прям играют и играют вдвоем. Да, Тома? Соскучились они друг по дружке? Только с тобой не играют. А зачем ты вытаскиваешь? У тебя же есть рюкзак. Нет, ставьте. С которым ходить. Как? Кожаный. Бабушки, бабушки, где а? Были? Зачем мне завтра учебники? Бабушки,
Стой, давай поступай. Завтра только этот классный час и все? Классный час линейка. Куда поедем? Что, купить не надо будет? Давай. Кого купить-то? Я не слышала, дети орут, ничего не поедем. Я буду говорить, что купить. Ну ладно. А то сейчас потела уже. Да. Ну все, буду кормить детей. Дарина мне купила чеснок. Мама, потрогай мою лицо, я уже вся вспотела, когда бегала. Всем здравствуйте. Мама с Томочкой с мелким собирается в баню. Застегивайте свои сочки. Саша, Ленька, иди сюда. А я плохо в сапогах. Куда вы собираетесь? Ваня. Сашка, расплетайся, ты чё? Ой, тебя... заколку забыла. Давай заколку. Я положу шкаф. Угу. Ты расплелась же? Да. Куртки ваши где? А кто нам не подал? Зимняя, что ли? Конечно. Конечно, зимняя. Саске? Моя. Мам, а мы это когда мы будем чай пить, я с Владом поеду. Ну, конечно же, можно. Ты за его обожаешь, ты любишь у нас меда. У меня уже потом стали пить. Ой, все, в баню пойдете? Там козайка наша. Мам, застегивайся. Ну вот так, вы запахнитесь и всю капюшон оденьте. Сейчас не сильно холодно еще. Ой, один капюшон. Так, все, пошли мы в баню, прическу сняли. Да. Запахнитесь хорошенько. Ну все, я уже одежду чистую унесла в баню. Все, до свидания, пока. Лосик, это где я получусь? Алену. Алену! Алену! Алену обили. Пошли, Алена. Васьки, еще раз. И носик. Мы Алену пришли. Маму! Маму обидели. Подожди, мама. Носик. Вот. Сладко бы получилось, лесенка. Мало. Ну что такая жадная ты? Что тебе мало опять? Чай. Хватит тебе этого чая, Тома. Ты выпей сначала, а потом говори, мало или много. Я так. Ну. Это много. Ой, уже надулась, как мышь на крупу. Нет, она надулась, как воздушный шарик. Ну?
Ты же кашу съела только что, целую тарелочку. Том, ты ж не хочешь. Мне часто пишут, что Дарина у нас не гуляет. Дарин, ты гуляешь? Дарина гуляет после уроков. Сегодня она пришла рано, я ей говорю: да, иди, ходи хотя бы в успех. Но на улице у нас холодно, где она будет по улице ходить? Дарина ни в какую: нет, я не пойду, никто из моих одноклассников не ходит, хотя ходят. Но Дарина не захотела. Ей достаточно того, что она после школы с ребятишками гуляет. Но у нас площадку уже в 5 часов уже темно, куда она пойдет? А Дарина Алина бегает в успех. Ну, она ходит только по выходным. То в такие дни Алина тоже дома. Мама, смотри. Кошка там. Мам, там кошка. Да. Тома, не лезь к нему. В общем, так. Дарина сама не хочет идти никуда. Мама, я махнула здесь. Я вот так махнула. Дарина сегодня аж чуть не плачет. Я не пойду в успех. Мама. Да, Дарька? Оно же, во-первых, далеко. 3 километра почти. Пройди-ка 3 километра туда, 3 километра обратно. А папа сразу сказал: я на гулянке вас никого возить не буду. У него и так дел выше крыши, он ничего не успевает. У него и так ноги выше ноги. Ночью работает, уж темно во все, а он все еще строит, делает. Как Женя вчера папе помогала. Да, папа сказал: ой, как бы без Жени долго делал. Да, Женечка ему... Что ты там таскала ему? Доски. Доски? Вот умная девочка. С огорода тоненько складывала доски. Вот умница. Даже подавала доски. Вот, я говорю, молодец. Еще вот так подвигала доски. Ну, девчонки поздно приходят, не успевает папе помогать. Женя помогала. А сегодня вышла помогать, замерзла, заплакала, аж домой пошла. Да потому что у него дел там не было. Не было дела, тебе холодно стало? Ну все понятно с тобой. Непонятно. Ага. Ну вот так вот у нас сегодня день прошел. Капусту я так и не посолила. Да, пока Дарина побежала за чесноком, пока я тут туда-сюда почистила морковь маленько. Спасибо. Мама, потом чеснок. Да, я хотела сделать эту капусту маринованную, хотя бы 3 баночки. Мама, да и то и плохо едят. Открою, и вот она лежит, и так и вываливаем. Буду, наверное, в 2-литровых банках делать. Никто не ест капусту. Почему? Мама, ну я ем. Ну, что ты врёшь? Я люблю эту розовую капусту. Ну, один раз поесть, остальное все вываливаем. Мама, ну, конечно. Я люблю больше всего оранжевую капусту. Угу. Она моя, обожаю. Ну вот я хотела оранжевую капусту сделать, а потом у нас баня, у нас то все. Я хочу, чтобы ты сделал в банках. Угу. Как мы моем детей в бане? Мы, в общем, Вася уходит раньше всех, набирает воды побольше. Да, Тому мы садим ванночку, ребятишек уже не садим. В общем, я уже, по-моему, говорила, Вася, конечно, он одетый. Садится, караулит Тому, Тома балуется, водой брызгается. Ой-ой-ой, ты сейчас разольешь все. Да, Тома балуется в банечке, сидит. Лежит ногами, бультыхает, игрушками кидает. Обливает водой. Да, обливает водой. Я мою ребятишек. Помою, потом мою сама, потом мою Тому. А потом Васю. Вася только спину, и все. И мы уходим с Томочкой, а папа остается. Вот так вот и все. Ну, время уходит много, конечно. То, чтобы всех помыть. Не балуй, зачем ты руками лазишь? Сейчас мама ругаться будет. Женя вообще балуется. Вот взяла руку, вытерла об стол. Нельзя так делать. Балуешься много. Нельзя так делать, да. Мама сейчас ругать будет Женю сильно. Нет. Ну все, давайте, доченьки, скажем всем до свидания. Сейчас Дарина раздаст. Конфетки. Сейчас раздаст. Всем до свидания. До свидания.